Так, всем привет, ребята, друзья, подружки, подружки и подружечки. С вами Ильнарио Лайф канал. И мы выходим на ночной рейд. Так сказать, погулять по городу Казани ночью. Особо не очень видно, конечно, здесь ночью. Вся обстановка города. Ну, прогуляемся по низким, так сказать, дворам, улицам нашей прекрасной столицы. Идем мы сейчас по улице Фучка, направление Зорге. И видим, что магазины все закрыты, абсолютно все, почти все. Ну, сейчас я вам скажу, что есть какие-то магазины, которые открыты, но частично все открыто. Сейчас посмотрим обстановку в метро, кто куда едет и зачем. И вообще едет кто-то, куда-то или нет. Заходим. Как мы видим, метро вообще пустое. Никого нет ни в том, ни в этом направлении. Людей в подземном переходе абсолютно нет, за исключением там одного-двух человек. Сейчас перейдем на другую сторону проспекта и посмотрим, какая ситуация там у нас. То есть видим, что людей совершенно нет. Ни в том, ни в этом направлении абсолютно никого. Так что карантин действует и работает. Вот мы сейчас перешли на другую сторону проспекта. Получается у нас улица Зорге. Смотрим, что народу очень мало. В общем, ситуация на улице очень спокойная, передвижение людей очень маленькое. В основном все сидят дома, либо у людей выходные, либо просто карантин, нет работы.
Ну, несмотря на это, на пешеходном переходе все-таки стоят люди. Время уже позднее, практически 9 часов, и мы наблюдаем, что скопление людей все-таки есть. Все куда-то идут, всем куда-то что-то надо. Все зачем-то следуют и не соблюдают карантин, к сожалению. Переходим с ними. Соблюдаем дистанцию, конечно. Машин тоже очень много. Ну, сейчас на перекрестке мы наблюдаем, что на светофоре стоит, ну, десяток автомобилей. Турси куда-то направляются и тоже, к сожалению, не соблюдают никто карантин. То есть мы видим одна с другой эту машину. Время уже позднее на самом деле. Все куда-то едут, всем куда-то что-то надо. Люди, к сожалению, тоже на улице присутствуют. В основном множество людей, все без масок. Проследуем по одному из перекрестков под жилыми домами, где находятся магазины. Сейчас мы наблюдаем, что все-таки востребованный центр ювелирный. Все либо сдают украшения, либо покупают. Также заметил, что очень много работает ломбардов. Аптечный киоск тоже работает с 8 до 20:00. Самое интересное узнать, если у них маски, сейчас спрошу, если они не выгонят, конечно. Добрый вечер. Есть ли у вас маски? Очень хорошо. Почему нет? Почему нет? Дефицит? Потому что за границу ехала. Это вот Mm, хорошо. вышестоящая организация точно. А ваша вышестоящая организация это кто? Правительство. Правительство Республики Татарстан. Замечательно, спасибо. Больше нет вопросов. Как вы видите, масок нету. Это самая первая аптека. Это не выбрано, это просто наугад. Мы зашли самую, ну, я зашел в самую первую аптеку, которая была у меня на пути. Вот, и идем дальше и попробуем еще в соседнюю аптеку зайти и спросить, есть ли маски у них. Все же, есть ли маски для населения? И вообще, стоит ли выходить на улицу по каким-то причинам, либо за масками, либо за продуктами. Ну, за продуктами понятно. Так, здесь аптека вообще у нас. А, нет, это не аптека. Извиняюсь. Идем дальше. Так, Глобус Маркет у нас работает. Алко Маркет, как же без него? Людям без антисептика, по-моему, очень тяжело будет в ближайшие дни. Хотя бы внутренне принимать их, а не смазывать просто руки. На той стороне тоже так же, видите, есть аптека. Салка, работает она, аптека это или нет. Сейчас пройдем дальше. Нет, вы не подумайте, не рейд по аптекам, ну, посмотрим, есть ли вообще возможность купить маску. В данный момент я вот, к сожалению, иду без маски. Маска у меня уже второй день, не могу ее носить.
тем не менее, люди гуляют без масок, ходят, нарушают карантин. Давайте пройдем дальше. Я уже практически дошел до проспекта Победы, это Зорги 77. Стоянка у магазина почти свободная. Внутрь заходить, конечно же, не буду, потому что я уже снаружи даже вижу, что людей не так много в магазине. Давайте пройдемте дальше. Найдем еще одну аптеку. Так, от той аптеки до следующей я уже прошел, наверное, полкилометра, если не больше. И хотелось бы узнать, какое расстояние надо преодолеть, чтобы найти элементарную маску для того, чтобы выходить на улицу, защитить себя, окружающих. И сейчас посмотрим, что будет дальше. Соответственно, различные организации, быстро деньги, Вива деньги, займы, мимо деньги, мигом деньги, все закрылись, что может не радовать, особенно население, которое очень доверчиво, срочно деньги тоже закрылись, это очень радует, хоть какой-то плюс от коронавируса. Человек хочет попасть в банк, но не может. То ли банк закрылся совсем, то ли на карантин. Вот с этой стороны у нас работает Совкомбанк. По-моему, похоже, он закрыт. Пивоман открыт, Глобус Маркет тоже. Продукты вот эти, как всегда, они работают. Это наши местные, как сказать, азиатские друзья и гости. Дошел я уже до проспект Победы метро. Это торговый центр Алип. Вот здесь все тихо, очень тихо, очень тихо просто. Народа нет, но встречается 1-2 человека буквально. Дальше мы видим вот нечаянно наткнулся на аптеку. Сейчас просто поинтересуемся, есть ли в них маски. И сколько они стоят, если они у них есть. Добрый вечер. У вас есть маски в продаже? Нет. Вообще никаких нет. А с чем это связано? Пустячков нет, у вас тоже нет, да? Это связано с карантином, да? Ну, наверное. Хорошо, да. Все, больше к вам вопросов нет. Спасибо, до свидания. Вот, как видите, здесь тоже масок нет. Это просто рандомный выбор аптек. Это нецелесообразно какой-то именно ту или иную именно аптеку выбирать, потому что аптеки разные, я даже не рекламирую их ни название. Вот. Идем дальше. Я уже прошел, наверное, где-то 1,5 километра. Это была пока вторая аптека, рандомная, чисто рандомная. Я просто иду по своему маршруту непонятному. Вот еще одна аптека. Интересно.
Вот, еще одна аптека есть, сейчас тоже зайдем в нее. Написано аптека с 8 до 22. Здравствуйте. Можно вам задать вопрос? У вас есть маски? Почему? Снимайте. Конечно. Потому что нет на складе. Потому что нет на складе у вас или вообще нет? На нашем складе нет. Хорошо. То есть вы не сможете продать мне? Откуда я вам продам, если ее нет? Хорошо. Даже у вас лично нет для меня? Нет, у меня лично. Я хожу без маски? Я без маски. Вы тоже без маски. Хорошо. К вам больше вопросов нет. До свидания. Всего доброго. Не болейте. Вот так, это у нас уже третья аптека. И я отошел от дома где-то за, наверное, за 1,5 километра. Вот еще одна аптека. И еще одна аптека. А я думаю, что пенсионеры бегают по всему городу. Думаю, что у них там паника какая-то. Так, направо аптека. Добрый вечер. У вас тоже, наверное, нет масок. Хорошо. А с чем это связано, как вы думаете? У поставщиков нет, пока не привозят. С карантином связано? Конечно, да. Хорошо, к вам вопросов больше нет. До свидания, не болейте. Как видим, тоже здесь нет ни масок, никаких защитных средств. Идем дальше. Это уже четвертая аптека у нас. Так, еще одна аптека, интересно. Просто подряд аптеки стоят. Аптеки низких цен. Здравствуйте. Никаких я реклам не снимаю в вашей аптеке. Есть маски? А с чем это связано, как вы думаете? Спросом? А кто покупает в основном? А кто в основном покупает? Вы меня снимаете? Нет, я себя снимаю. Я себя снимаю, вот смотрите. Я независимая газета. Я не могу вам документы представить. С чем связан? С чем связан? Я вас не снимаю, я себя снимаю. С чем связан спрос? Я снимаю себя, вот видите? Где вы себя видите? С карантином? То есть вы связываете того, что нет в аптеках, это с карантином? Потому что спрос увеличился. Спрос увеличился? Ни в одной аптеке нету у нас. Все хорошо, к вам больше вопросов нет. До свидания. Не болейте. Так, это уже у нас пятая аптека или шестая уже. Я уже сбился со счета, где нет никаких масок, никаких дезинфицирующих средств. Причем, заметьте, я не снимаю ни одно название фирмы, ни одной аптеки. Так, дальше у нас аптек нету. Дальше нет аптек. Идем дальше. Я уже прошел от места где-то, наверное, 2 километра получается. В последней аптеке девушка застеснялась и говорит: зачем вы меня снимаете, где ваши документы, где ваше разрешение, запрещаю вам снимать, хотя такого нет. Так, дальше просто пустота, темнота и полный хаос. Давайте пойдем вниз и перейдем на ту сторону.
Так, сейчас я перешел на сторону проспекта Победы, торговый центр проспект Победы, где Макдональдс. Сейчас, получается, пройду по этой стороне и тоже, что попадутся аптеки, и не называя их и не показывая их фирмы, эмблем и логотипов, просто зайдем и спросим, есть ли в них защитные средства. Не переключайтесь. Эльнарио Лайв с вами. Скоро увидимся. Здравствуйте. Извиняюсь, у вас есть ли маски защитные? Вообще никаких антисептик. Марли, если только бинты. Марлевые бинты. Сколько стоит? Марли 5 метров, 165 рублей. 165 рублей за метр, да? 5 метров. А, 5 метров. А чем их обрабатывать? Мыть, проглаживать. Хорошо. А таких у вас защитных средств нет уже готовых. Хорошо, спасибо. До свидания. Это была по счету уже, я уже не помню, седьмая что ли аптека, где нет ни антисептиков, ни марлевых повязок. Предлагаю только марли 5 метров 165 рублей. Изготавливать самому в домашних условиях, пропаривать там утюгом или еще чем-то. Так, ситуация очень плачевная, конечно. Яндекс всегда зато работает вовсю. Аж на велосипедах со скоростью 40 километров в час промчались. Еще одна аптека есть, я не знаю, открыта она или нет. Но думаю, что, наверное, даже не стоит заходить туда, то что результат будет таким же, как и везде. Другой человек на скутере промчался. Я думаю, везет доставку кому-то или куда-то. Так, идем дальше. Дальше у нас аптек вроде нету поблизости в этом здании. Цветы, кафе, тату. Цветы. Самые нужные, конечно, в наше время это цветы. Но они, к сожалению, тоже не работают. Идем дальше. На остановку смотрим. Есть 3-4 человека, которые ждут автобус, транспорт, чтобы добраться до дома. Интересно. Мороженое славится как интересно, самый нужный товар. Это работает мороженое. Идем дальше. Сбербанк, соответственно, работает, как минимум. Банкоматы, чтобы могли люди снять наличные или внести наличные. Такси тоже частично у нас работает. Банкоматы работают тоже частично, банки не работают.
Это получается, я обошел со стороны Фучика и по Зорге прошел, обошел со стороны Дубравной и до метро проспект Победы и до обратно. А пока ни в одной аптеке ничего нет. Так, вот вижу еще одну аптеку. Мне кажется, ответ будет очевиден. Просто я не снимаю даже название аптеки. Просто будет вопрос. Здравствуйте. А у вас есть маски защитные? Вообще никаких нет? Даже дорогих? Никаких вообще А нет. есть антисептик какой-нибудь Для для рук, рук? что ли? Да. Есть рук, что ли? Сколько стоит? 129. 129. А маски когда ожидаются? Не знаю, пока не знаю. Вообще ничего не так говорят, да? Но у вас хотя бы ограничения есть на передвижение людей. Они соблюдают вообще это? Ограничения передвижения, расстояние там 1,5 метра соблюдают, очень хорошо. То есть масок в ближайшее время не будет. Спасибо, до свидания, не болейте. Так, тут тоже нет масок, что и следовало ожидать. Антисептик самый простой стоит 129 рублей. Я думаю, что не всем доступен, наверное, будет. Идем Никто тебе дальше работает, до да? места, откуда я начал, просто наше расследование по поводу масок. Масок нет, но вы держитесь. А, где-то, наверное, в половина аптеках. Аптек, так бы правильно сказать. Сами продавцы, всей данной продукции стоят без масок, потому что они говорят, что у нас самих масок нет. И это навеет на такую мысль, что аптеки, наверное, тоже надо частично закрывать, если у них нет никаких таких защитных средств, антисептиков, чтобы люди просто так не передвигались по улице. И тем более сами продавцы не защищены, не защищают и не гарантируют то, что они тоже источники заболеваний или прочего, да, там всего. Дальше у нас, по-моему, а вот еще одна аптека. Опять-таки не показываю название аптеки, дабы не было никакой рекламы, не было потом негативных каких-то всплесков в сторону меня и прочего. А, аптека. Интересно. Тут аптека у нас получается как? Она непонятно, конечно. Тут написано аптека. Просто аптека плюс. Я так понимаю, что вход с магнита, в магните мне вряд ли дадут снимать, потому что это большая сеть и возникнут всякие вопросы. Ну, если так тихонечко, конечно. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем.
скажу, что в принципе все есть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, маски есть у вас защитные? Здравствуйте. Маски есть защитные у вас? А антисептик какой-нибудь? Тоже нет, да? Восьмая аптека, ничего нет. К сожалению, до свидания. Как мы видим, в этой аптеке тоже ничего нет. Но есть очень много народа. Скопление народу очень большое, но в аптеке, к сожалению, ничего нет. Это, пожалуй, наверное, последний был магазин, куда я зашел. Сейчас еще по направлению конечной точки я сейчас еще попробую найти какую-нибудь аптеку. Что маловероятно, конечно. Но вот на той стороне я вижу, тоже есть что-то такое. Типа аптек. А на этой стороне, как видите, полная мгла. Меня сам удивил, конечно, в одной аптеке эта девушка прям чуть не набросилась на меня, говорит, зачем вы снимаете меня, как будто она мне очень нужна, мне просто нужна обстановка о наличии масок и антисептиков вообще в аптеках нашей столицы. И если вы видите вообще это видео, скажите свое мнение, как вам такая обстановка, и есть ли смысл вообще, ну, внедрение этих масок и прочие атрибутики, которые нас заставляют пользоваться. Молочные продукты. Сразу не фокусируется, но может и хорошо, конечно. Барбершопы не работают у нас, к сожалению. Сейчас они пытались стрельнуть сигареты, но не те времена, чтобы раздавать сигареты налево-направо. Вот такие дела. И вообще лучше не курить. Жар свежар вовсю работают. Это уже пизде. Покровские пекарни. Я так заметил, что не работают. Все, вот дошли до места, откуда я начал свой репортаж. И всем добра. Не болейте. Кто болеет, выздоравливайте. Всем всего хорошего, всего доброго. С вами был Ильнарио Лайф. Пока-пока.